Итак, всем привет, дорогие друзья, зрители, подписчики моего канала. С вами снова я, Зазепа. Продолжаем прохождение XCOM 2. На уровне сложности, как вы поняли, легенда. Вот. Посмотрим, что нам предоставит судьба на этот раз. Давайте стадион. Планета, обломки расчищены. Давайте дальше. У нас еще стадион не расчищен, как бы. Как бы. Так. Долгое время в развалинах стадиона размещался полевой госпиталь, но потом их оставили. Заброшился стадион, полон ящиков и обломков, снаряжения. Доктор смог выбрать несколько предметов, не утративших свою научную ценность, несмотря на условия хранения. Интересно. Так, давайте... Давайте, знаете что? Давайте сюда метнемся. Да-да. New course. Нападение на конвой. Что-то интересное. Боец восстановился, видел. Залег на дно. Our water purification. Massive signal coming from the Advent Network Tower. It's global. Sir, I think you want to see this. Ooh. Fellow citizens. Это нехорошо. For 20 years, the Advent Coalition has worked tirelessly to repair the ravages and injustices of the old world. Under our stewardship, our cities prosper, our people flourish, and our world heals. Диктатуру навязали свою. And yet, among us, there are still those who would refuse to acknowledge the truth, who are determined to see all that we have achieved. Multiple radar contacts on approach to Haven Alpha 7. That must end. Even as I speak to you today, you've got incoming on approach. Your signal's breaking up. Ну все, началась операция, походу. По разгрому сопротивления. Началось. 20 лет. Пока не вырастет новое поколение бойцов, да? Как, амен? Господи. Одно из наших убежищ мирные жители могут стать целью карательной операции. Конечно же, осмотрим. Тоже мне. Нашлись. Так, что мы можем? Снайпер, два пулеметчика. Ну, два пулеметчика это хорошо, я одобряю. Просто потому, что у них гранат дофига. Так, винтовка. Винтовка. Так, нам инженер... Подожди. Польский инженер пока подождет. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. А ничего у нас еще нету. Это тоже, в принципе, специалист. Ладно, специалист так специалист. Что ты можешь? Подожди. Капрал. Рядовой капрал. Давайте капрала лучше экипируем. Получше так. Так, дадим ему дополнительный магазин. Это получше пулеметик будет. Угу. Так, что еще хотел? Оснащение. Оснащение. Подожди, я же вроде как надо броню разрабатывал. Где она? Или она может не для... Не для таких бойцов? Или она как-то может сама экипируется? Нет? Что-то тут нечисто. Давайте посмотрим для снайпера. Оснащение.
Не то. Новобранцев у нас, не знаю, к сожалению или к счастью, нету. Изменить. Так, ну, ты инженер. Давай мы тебя немного подхасим. Что ты можешь? Не можешь ты пока ничего. Брони у нас так таковой нормально нету. Но я не понимаю, я же ее крафтил. Почему я не могу ее надеть на себя? Или она может по умолчанию одевается как-то, и это улучшается. Подожди. Так, нет, не оснащение, изменить. Цвет брони. Ну, ученые у нас будут. Ну, я согласен, пускай будут белые. Дополнительный цвет белый. Чтоб сразу понятно было, кто это. Цвет глаз. Ты у нас кто? А, ты у нас польский инженер. Давай, знаешь что? Дайте французов сделать, что ли? Аффирматив. Вот так вот. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Испанский буш. Изучать. Так, ну тут у нас вроде как все по форме, да? Если только что цвет оружия. Цвет оружия у вас будет зеленый. Ну, вроде как все. Это, в принципе, все это по мелочи изменения. Ну вот он, наш отряд. Неплохой, я бы сказал бы. Весьма. Ой, а может он берется дополнительный слот? Это броня как-то, нет? Не считаете? Давайте посмотрим, потому что у меня аж... Потому что у меня же совесть не даст спокойно. Блин, стоп. Подождите. Ребят, тихо. Тихо, тихо, тихо. Да-да. Я не хотел так поступать. С вами, со всеми. Я хотел отбить вас. Только бы нормальный сейф, пожалуйста. Ну, серьезно, какая-то фигня получилась. Вообще непонятное. Во! То, что я хотел. Ок. Ок. Всех инженеров раненые будут становиться быстрее. Вот это хорошо, то, что можно такую специализацию выбрать. Подожди. Подожди, ладно, начать исследование. Давайте сектоид. Самые интересные пацаны. Ну да. В предыдущей части какая-то то ли наноброня была, то ли что. Так, надеюсь, все нормально. Блин.
ну и фиг с ними. Ладно, полетели. Да я думаю, опять эта миссия повторится. Она ж как бы сюжетная. Нельзя же было ее пропустить. Или чё? Ну-ка, давайте. Commander, we have intel suggesting the aliens are working on developments that threaten our ability to stop the Avatar project. We can conduct guerrilla operations to disrupt one of these efforts, but we'll have to choose carefully. We don't have the resources. Ресурсы все это сразу не хватит. Ну да, не хватит. Чё ж поделать? Леплеси среди новобранцев. Так, и чё дальше? Ну, я хорошо, события. Вау, круто. Давайте расследовать. Тут устроил засаду и уничтожил конвой с охраной. Видимо, нападение уже покинуло это место, оставив часть оружия движения пришельцев. Мы забрали все, что может нам пригодиться. Ну, это неплохо. Патроны дракон. Миниатюрный зажигательный заряд наносит дополнительный урон, способный поджигать некоторые цели. Вот это хорошо. Газовая граната, это тоже хорошо. Так, мы тут все собрали? Мы тут все собрали. Так, давайте. Западная Африка. Ой, извиняюсь. Слетаем сюда. Посмотрим, что там за ресурсы такие. Ну-ка давай, удивляй. It would seem your recent activities have gotten Advent's attention. Our unwelcome guests are on the move. Advent has been diverting considerable resources and personnel to covert facilities across the globe. The exact details of these operations are highly classified. However, they Вселение наши сил тела, типа, аватар из фильма, или чё? Word that appears in all their files. Avatar. I believe the black site we had previously uncovered to be but a part of this Avatar project. Это мои догадки. Based on what we have uncovered so far, its true scope is far greater. This project is being directed from the very top of Advent, from a source I am still unable to determine. All attempts to uncover its identity have met with failure. Пока уже нанести удар. Только знать бы куда. Но считаю, нужно найти как-то этот один Уничтожим. Locate the source of this Avatar project and then destroy it. Were the enemy to succeed in their efforts, I am certain it would mean the end for us all. I am confident you will take whatever measures necessary to eliminate this threat, Commander. We're tracking the aliens' progress on this Avatar. Нужно завершить основные задачи, чтобы найти источник проекта Аватар. Это чё? Типа скорость? Да здесь нам медлить вообще не стоит. Подожди. Commander, I appreciate you recruiting new staff for the engineering team, but as it stands, we have people still waiting for an assignment. Отправить заниматься строительством. Да-да, сейчас. Сейчас, родная. Сейчас. Что у нас тут есть?
Мастерская. Мастерскую мы, по-моему, построили только что. Лаборатория строится. Инженеры могут создавать мастерские уникальных дронов, способны поддерживать функционал соседних отсеков. Для питания, центра военных технологий. Не, ну это надо. Да-да. Свободный инженер, давай расчищай. А, ну понял. Все. Инженер занят. Еще 18 дней строить будут. Все, давайте. Блин, ресурсы 2 дня потратим сейчас. О, так. Нам бы какую-нибудь заварушку, что ли? Контакт с местным сопротивлением, прежде чем сможем исследовать этот объект. Ладно, давайте уже дособираем. Что там дали? Главное следить за делом, несмотря на то, что у меня не так много опыта. Эволюция. Так, новый предмет, ментальный щит, доступно новое исследование пси-технологии. Ментальный щит. Артефакт, дающий полный иммунитет от всех ментальных воздействий, включая панику, контроль над разумом, оглушение и дезориентацию. Это хорошо. У нас как бы подначали вот это вот делать. Ладно, давайте по квесту уже тогда пойдем. Инженерный отсек, производство предметов. Броня. Не понимаю. Ну, со всеми видами. Ладно, я думаю, нам особо много не надо. Ментальный щит. Ладно, не так уж часто нас заберут под контроль. Птички нам тоже пока особо не нужны. Оружейная. Все, понял. Энергия. Нам нужна будет в скором времени энергия. Энергии что-то очень дофига уходит. У нас она уже на критическом уровне. Вернемся в штаб. И давайте как-то исследовать. Давайте новый персонал. Давайте быстрое строительство. Инженеришку наймем. Так. Ну не могу я туда. Не могу, понимаете? Не могу. Ничем не заняться пока. Сюда, что ли, полететь куда-то? Даже не могу. А, вернее, здесь, по-моему. Все это находится. Ладно, давайте. Смотреть, что там есть. Угу. Показать цель. Подтвердить. Выходим. Изменить. Не, не тебя, поиски специалист. Мы просто уберем. Что мы можем? Специалист, специалист. Блин, не подходит. Один день легкое ранение. Рейнджер. Ладно, давайте уже. Вроде как неплохо справлялись. Она, по сути дела, вроде как должна лечить. Должна лечить нас. Надо было ей аптечку дать. Ладно, начнем задание уж. Не...
Я пока еще не особо разобрался, как здесь что действует. В первой части было как-то немного по-другому, по-моему. Попроще, что ли. Уничтожьте ретранслятор пришельцев. До того, как они завершат передачу данных. Понял. Сделаем. Приказ есть приказ. Будем исполнять. В трущобах прям. Все, высадка готова. Долетели. Замечательно. Что тут? Кто тут? Нам надо его уничтожить. Я так понимаю, за определенное количество ходов, да? Как же ж иначе? Что это? Протокол помощи. Ну, пока что-то как-то не очень, да? Так, ну давайте. Будем прорываться. Не знаю, через лево. Так. Ну, так-то да, пошли. Ну, тебе тоже особо приглашение, думаю, не надо. Боец. Да, я думаю, может, конечно, так группировать пока не стоит, но... То есть, что там, заметят нас, что ли? А вот сюда хорошо было бы снайпера посадить. Вы согласны? Сверху. Вот я вот лично согласен. А вот вы снизу пойдете, да? Да, конечно, очень рискованно поступая, но... Блин, гражданский. Ау! Друзья. Только не агритесь. Фух, вроде не сагрились. Сейчас же спалят нас. Ну-ка, давай-ка. Будешь прикрывать. Стоп. Или может нанести упреждающий удар, как считаете? Я считаю эту идею хорошей. Тем более там бочка стоит. Сейчас двоих и накроем. Ага. Блин, вот наша попала. Нехорошо встала там. Вообще нехорошо. Не, переиграть. Однозначно. Ну, я не знал, блин, что она там. Что они там. Так вылетел. Смело, но... Смелость это не всегда хорошо, как вы видите. Надо было гранатой еще раз туда жахнуть. Ну или, по крайней мере, ту не ставить, чтобы она
и стоял в этой обогоне дугацкой. Я, в общем, сейчас снайпера подведу просто. Посажу его там. Пускай сидит, выцеливает, чтобы можно было бахнуть этого контролера. Так. Стоп. Где мы есть? Ага. Понял. Разберемся сейчас. Так, дайте мне снайпера. Спасибо. Так, что ты можешь, родная? Здесь ничего там по дороге не сломаешь. О, гражданский. Да-да. Ну, вроде как не сагрились. Повезло ведь, да? Ай, попробуем устроить диверсию. Ничего, конечно, не обещаю. Давай. Прячься. Пошли. Блин, там бочка, конечно же, это хорошо так стояла. Вернее, не бочка, эти баллоны. То есть... Так, стой, наблюдай. Хиляндо. Так, вот ты, подожди. Ну а ты давай. Покажи им. Ну что тут, в сказки играем, что ли? Прятки? В игрушки? Детские? Нет? Ну, по крайней мере, на этот раз у нас тут за укрытием, пацаны. Вот так вот. Минус оба. Это мы их хорошо так встретили. А вот это вот уже плохо. Вот это вот уже нам не надо. Снайпера моего не трогать. Не получилось, да? Или ты труп пытался поднять? А, ты сейчас его поднимешь. А чё ты не этого не поднял? Зачем тебе рядовой? Тоже пожирнее вроде как. Так, снайпера, блин, убью. За снайпера сейчас отхватишь. Гражданский побежал куда-то. Так, миниганера ранили. Это плохо. Ну, он вам сейчас ответит за это все. Ой, вы сейчас, блин, отгребете тут. Да, сюрприз есть у меня. Вам должен понравиться.
Хорошо. Как мост еще не рухнул? Кстати, вот... 19. О боже. Блин, ну я не знаю, я что-то очкую. Ты можешь? Спрятаться сюда. Подожди, стой, снайпер. Мы с тобой, по-моему... А нет, мы с тобой закончили уже, походу. Братюнь. Сколько там у вас хп? Вот давай, прям тебе под ноги. Как ты любишь. Все. Пожалуйста, добей его. Я тебя прошу. Красава. Все, давай, падай. Не обманывай. Ну а ты можешь в панике побежать, я тебе разрешаю. Ой-о. Приятель. Воу, воу, воу. Не надо так. Ты чё такое? Не, ну я понял, что там ништяк. Ладно, давайте сбегаем. Все равно тут уже не желез. Что ты там нашла? Показывай. Угу. Ну это неплохо. Экспериментальные виды оружия. Сорок процентов. Подожди. Тут в этом деле главное что? Правильно, не спешить. Да, 36, но, блин. Повезло. Enemies down. Все, давайте бежать, выполнять. Да-да. Я чё, подкрепа? Подкрепа. Так, надо, походу, нашу эту выводить отсюда. Ау! Ну, как-то вообще нехорошо. Как-то, знаете, так... Поле оказалось, эти прилетели. Наши вообще походить не успели. Ну, что это такое? А давай-ка мы вас обоих сейчас в здание. М? Давай-ка сваливай отсюда. Нафиг надо. Не, подожди. Я хочу сначала ей походить. Давай сюда, и потом откроем огонь. Сверху. Ой-ой-ой. Ну это вообще, это крайне нехорошо. Подожди, можешь кого-то разбомбить получится. Никто там не кучкуется, нет? Гранада!
давай-ка ему туда засунем. Где он там? Живой? Надеюсь, нет. Подожди. Мне интересно посмотреть на это. Ну, фиг его знает. Но ему так хорошо прилетело. Он доволен. Что касается тебя, родная, то тебе, походу, пиздец. Или нет? Так, кого бы снять? 93. 80. Фух, давайте попробуем нашу защитить. Убил? Красавчик. Нет, давай, знаешь что? Давай, чтоб наверняка. Ты что-то как-то я беспокоюсь за тебя. 83. Давай в упор с минигана. Все, просто к земле. Ну, считаем, мы неплохо сейчас походили. Блин, правда, я боюсь за нашего инженера. Очень боюсь. Да, она, походу, не переживет. Надо было, может, куда-нибудь туда ее зас... Ай, ладно, фиг с ней. Хотя у нас людей не то чтобы много. Ай, ладно, все. У нас есть еще один инженер. Еще наберем новых. Жалко, конечно же, обидно. Польского инженера убили. Талантливая была. Не, все, переигрываем. Раз пошла такая пьянка, то переигрываем. Так, давайте сразу тогда. Отсюда. Ну, просто что-то как-то не очень. Минус два бойца. Эти еще выскочили. Они вообще там не вовремя. Кто это? Вроде как что-то там замочили, по-моему. Ну, может, у него там мало очень жизни осталось. Но... Непонятно, в общем. Ну, я старался, да. Не будем инженера нашего вперед гнать. Ну, блин, 4 хода. Да. Не есть хорошо. Ну, наверх тоже особо не погонишь. Ты. Подожди, где наш инженер? Где он там прячется? Тут сидит. Ну, хай тут и сидит. Ладно, давай снимай его. Ты должна была попасть. Давай, перебазируйся туда. С точки на точку. У нас опять же, у нас... Ну что, 3 хода останется.
Вот вы хороши будете в здании. Я сейчас как-то не до этих ништяков. Сразу прилетели. Надо как-то с ним сначала разобраться, потом уже. Вот крыс. Сначала попрячется, потом. Ну, дайте мне походить уже. Вы ж только прибыли. Где там командир ваш? Подожди. Снайпер. Давай. Удивляй. Не красавчик. Не хорошо. Лучше бы ты гранату уже швырнул ему тогда уже. Так, что с тобой делать, родная моя? Ну что делать? Прятать тебя будем. По возможности сюда. На. Тебе укрытия вообще не надо. Тебе и так хорошо. Должно быть. Ну все, просто снесла 7 дамага. В одно рыло. Идеально. Еще повышение. Так что мне с ним? Мне его уничтожить надо? Подожди. Давай, поэтому сначала отработай. Ну а теперь будем ликвидировать их. Аккуратно и без лишнего шума. Но они же вроде как только появились, они не должны атаковать пока, да? Потому что я сейчас буду миниганера нашего уводить отсюда. Стой! Нормально, молодец. Бая. Ничего. Все нормально будет. Я же говорил, нормально будет. Угу. Ништяк исчез. Да ладно. Мне сейчас как бы миссию пройти надо. Ага, понял. Подожди. Мне бойца надо вывести. Так, что у нас тут? Дайте взглянуть уже, а? Не будьте уж лобами. Просто не знаю, что с ней делать сейчас. Так.
Ну, сюда. Давай сюда. И попробуй кого-нибудь атаковать. Например, его. Как в масло. Угу. Все, отработал, молодец. Респект и уважуха. Что касается тебя, мы тебя будем подводить поближе. За ведра. Посидишь там немного. А ты? Здесь посидишь. Что, под контроль возьмешь или что? Не? Так? Попугаешь немного? Ага, трупа. Ну ладно. Значит, сейчас мы тебя будем решать. Ну ты же понимаешь, что и оттуда живым не выберешься. У нас еще гранат достаточно. Ёлы-палы. Тихо. Так. Гранат, говорю, у нас еще достаточно. Я ведь прав? Тихо. Тихо. Да по кому ты лупишь, дура? Ты что, охренела, что ли? Не, я это переиграю, потому что на ней сейчас вот как минимум пол хп этого сектоида висели. Я вот как-то вот не хочу это опускать вот просто наобум. Но это не надо мне, понимаете? Не надо. То, что он там швырнуло в кого-то, вообще непонятно. Там пол моста просто решила в мост выстрелить. Ну что это за такое? Куда она стреляла? Просто потому что могла? Нам такое не надо, извините. Ну? Так, ну сейчас-то ты меня послушаешься? Не. Вот его-то ты с гранаты взорви, пожалуйста. Родная моя. Подожди, этот приятель в зоне видимости, я надеюсь. Ладно, сойдет. Жахай. Сейчас мы вам устроим анальный ад. Ага, понравилось. Без укрытия сидеть. Сейчас будешь. Ладно, давайте уже разберемся с этим. Молодым. Добьем его. Давай сюда подбегай. И дашь, короче, залп пушечного огня. Да нет! Ну ладно, сойдет. Тот сейчас сам упадет. Давай, падай. Подожди, я здесь, наверное, два хода походил. Плохо.
сойдет. Ты смотри, там бед не наделай. Тактишь, тактишь. Подожди. Не спеши, родная. Начнем с тебя. Так. А теперь... А теперь... Мы сделаем вот такой вот ход конем. Отгадай, что с тобой сейчас будет. Приятель. Все? Это наша земля. Угу. Без потерь. Идеально, я бы сказал бы. Ну да, двое ранено. Но... Хотя бы выжили. Новый рекорд, 100%. Вот так вот. Угу. Больше всего урона. Сильви. Сильви сегодня молодец. Результативно. Я, наверное, так и буду ходить с двумя миниганерами, снайпером и, не знаю, с кем-нибудь еще одним. О, шотган надо. Страйтер. А, нет. Так, кого там повысить? Рядовой. Рядовой не падать. Отправлять Гремлина, чтобы стряхнуть раны, стимул, гарантированный урон для роботизированных противников будет более весомым. Что это? Протокол лечения. Есть один заряд. При наличии аптечки Гремлин может получить дополнительный заряд. Но это неплохо. Будешь таким саппортом. 42 дня! 42 дня тебя лечить, понимаешь? 42 дня. Вот знаешь, как я раскачаю за эти 42 дня? Что там у тебя? Ну, опять же, давайте дыры делать в них. Я считаю это правильным. Убито 10. 6, 3. Это мои вещи, да? Первое вещание должно заметно сказаться на текущих операциях в врагах. Ну, так-то да. По-моему, там кто-то на следующий день отрегенится, нет? Не мог остановить волю. Ну, доктора зато получили. Разобрать есть кому. Работает. Нет у нас лишних инженеров. К сожалению. 7 дней, 12 дней. Не, подожди. Достичь определенных успехов. Ну давайте. Будет чем заняться. Добычей хотя бы. Но я хотел для начала вернуться в штаб. Знаете для чего? Чтобы посмотреть на своих бойцов. 1, 2, 3. Ну, Лена, Бетя, Рейнджер. Один день. Я думаю, подождем.
Так, исследование. Что у нас по исследованиям? Средства связи, то, что нам и надо. Вот и все. Ждем. Все, боец уже на месте. Ну, теперь у нас есть средства связи. Хорошо. Так, кого бы нам тут скрыть, а? Магнитное оружие. 32 дня. Мы сможем на наземной вышке или трансляторе, чтобы повысить зону охвата штаба легионами. То, что надо. Или скрыть офицера. Давайте офицеров скроем. If not physically the same as the common Advent trooper in terms of power and agility. However, field reports indicate a more developed mental acuity, as the officers do provide tactical directives to the subordinate Advent forces. Что так скрючило? Три дня. Три дня это терпимо. Оружейная, бойцы. Все, стресс. А что у тебя стресс? Что ты грустишь? Воля ноль. Что с тобой, родная моя? Ты же у нас трайтер. Улучшение оружия. Что мы... Что там? Ничего нет у тебя. Ну, извини, ладно. Страйтеры. Кто у нас такие страйтеры? Это такие зеленые пацаны, наверное. Изменить. Это зеленые такие пацаны будут. Такие прям зеленые-зеленые. Все, давай, не грусти, дорогая моя. О, персонажи, аксессуары. Ну, я думаю, тебе это не надо, да? Ты так красивая. Да, сейчас тебе без дамага надо как-то обходиться. Стресс. Подожди. А что если мы сделаем кое-что полезное? Например, ментальный щит. Как ты относишься к такому? In one of the colonies for a few years before linking up to Central, right? Yes, one of the advantages of working with Advent. On the surface, it was very comfortable. But there was a price for that comfort. The millions of people in those cities don't seem to mind all that much. Yes, but Advent always watching. Ну, давайте ментальный щит сделаем, чтобы ты не грустила особо. Not to mention the automated systems. There's nothing quite like providing identification to a lamp. Ну да. Ладно, я думаю, на этом можно серию завершить нашу. Спасибо, что смотрели. Лайк, подписка. Ждем продолжения. Всего хорошего, удачи и пока.